Всем привет, дорогие друзья! На сегодняшний день я хотел вам показать бы, как Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 настроить управление или настроить геймпад и так далее. Так, для этого нам понадобится вот такая программа, то есть лаунчер сам. Тут мы выбираем лишь нам нужные вещи, не копируем только вот эту вещь, остальные выделяем полностью. Вот эту вещь не копируем, вот этот файл, то есть этот файл мы... То есть не заменяем с заменой. После этого мы должны переместить вот эти файлы, где расположена наша игра. Сюда заменяем ее. Запускаем Enhance Options 1. После того, как мы заменили, я вот, например, пользуюсь геймпадом iPad PG9037. Вот тут Bluetooth геймпад, тут изменяем управление. Тут я изменил, но почему-то в игре оно не работало. Я сделал по-другому. Тут есть клавиатура, вот так. Тут настройка клавиатуры. Под настройкой клавиатуры я настроил свой геймпад. И что сказать, управление у меня работает до сих пор. Не знаю почему, но благодаря этому я настроил управление. Также можно настроить клавиатуру, настроить... и ваш геймпад. Эту программу я залил на облако Google. Ссылку скину под видео, отсюда скачаем и все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Android Tester. Всем пока.